Получаем два таких вот одинаково отрезанные заглушки. За кадром отрезал кусок 110 мм, 1 см, 160 трубы. Теперь заглушки вставляем. Из куска пластины вырезал вот такой вот полукруг. Сейчас сделаем несколько отверстий. Расширил отверстие на 32, сделал вот такое вот колечко, взял вот такой болт. В общем, получилось вот так. Теперь сейчас поставил сюда кольцо, здесь поставим вот так вот. И за кадром сейчас это обварю и здесь также по низу прихвачу. В общем, получилось это вот так вот. Верхнюю гайку просверлил отверстие, чтобы можно было просто вставлять болт. Теперь отрежем кусок 10 сантиметров на 22. Ну, здесь лишнее, потом немножко надо будет убрать. Ребро здесь специально оставил. Так вот согнул, здесь все срезал, все будет четко стоять. Единственное, здесь надо сейчас будет вот наметить и вырезать. Пока получается так, сделал два отверстия на 8. Сейчас сварим шпилечку сюда еще. В общем, отрезал шпильку, накрутил по пару гаек еще. Теперь это вот так все открывается. Прикупил угол 45 градусов, отрезал. И сейчас вот так вот приклеим. Друзья, в общем, много подбирал. Таких всяких пружинок сам вот делал, навивал. Такую более жесткую тоже не то. Думал сюда поставить, тоже не то. Самое лучшее получилось от степлера, старого степлера. Теперь просто берем, вставляем. Вот два отверстия, естественно, я просверлил. И все, теперь у нас все работает.
такой вот гайки обточил, получилось вот так вот, ну, чтобы меньше было вибрации. Так, друзья, пойдемте попробуем, что у нас получилось и как это работает. Друзья, ну шторборез я сделал не просто так. Как видите, сзади меня уже оштукатурные стены, но они еще немножко вот подсыхают, сырые. А, конечно, сейчас еще пока штробить я их не буду. Как подсохнут, буду проводить всю электрику, потому что я электрику сначала не делал, мне было проще оштукатурить, а потом уже вкладывать кабель. Приспособление наше не обойдется без пылесоса. Я хочу вам показать, что я приобрел и уже попробовал. Приобрел я себе такой вот пылесос компании Kärcher. Это WD-6P премиум. Хозяйственный пылесос. Очень отлично, уже попробовал, поработал. А, огромное преимущество здесь в чем? Большой бак на 30 литров из нержавеющей стали. Такая классная штука, на самом деле удобная. Можно быстренько достать фильтр, помыть его, промыть. И также быстро его можно поставить на место. Пылесос предназначен не только для сухой уборки, но также и для влажной. И также есть сливная пробка для большого объема воды. То есть заполненный бак можно открыть и слить воду. Ну, вещь полезная и классная. Также она быстро обратно закрывается на место. Пылесос также комплектован штепсельной розеткой, которую можно подключать электроинструмент. Но здесь прямо написано максимум 2,1 кВт. Также есть регулировка мощности. Это без электроинструмента, можно легко и быстро регулировать. Можно также на электроинструменте поставить и регулировать скорость. А еще одна очень классная штука. Сам основной фильтр можно ветровым потоком стряхивать. При включенном пылесосе шланг вставляем в посадочные места, либо сюда, включаем пылесос и нажимаем на кнопку. После такой очистки вся грязь оседает в мусоросборник и восстанавливается мощность самого пылесоса. Классная штука. Как меняется здесь все? Ручка служит вот таким вот образом, откидывается. И у нас свободный доступ к мешку, к пылесборнику. Также обратно отдел, все на месте. А, покажу, как работает с электроинструментом. Включаем электроинструмент. В моем случае это наш торборез, наша УШМ. Включаем на максимум, нажимаем включение. Он какое-то время после работает и выключается. Ну, то есть, классная штука для хозяйственного инструмента. Тем более, если у кого мастерская, не только в дому можно убираться, но еще и в мастерской. Сейчас продемонстрирую, как легко и быстро можно убрать вот целую кучку мусора. Также очень удобно сделано, что можно ручку быстро и также подключиться даже к тому же самому электроинструменту, где есть воздухозабор. Класс! Также пылесос есть очень удобная штука. Не только всасывание, но и выдува. Делается прямо одну секунду. Включаем. Друзья, ну всю подробную информацию вы найдете в описании. Также в описании будет промокод на скидку 15%. Но, правда, скидки не суммируются с другими акциями. Но всю информацию можно посмотреть. Также можно зайти на сайт Kärcher и узнать о технике более подробную информацию. Но мы продолжаем и посмотрим, как работает наш штороборез. Друзья, вы уж меня извините, показывать на стенах не буду, как шторобить, потому что стены еще сырые. И покажу просто на куске газоблока, как это работает. Подключил пылесос. Теперь включаем УШМ и пилим. Как видите, для проводки будет само то. И глубину можно регулировать. Задать любую глубину, хоть максимальную, хоть минимальную. Туда прям чуть-чуть подвигаем барашек и затягиваем. Все, то есть он будет ходить прям чуточку. Не только глубину можно отрегулировать, можно шайбами подложить и сделать пошире, если нам нужно пошире сделать. Либо, ну вот, самый оптимальный для провода, я думаю, вот как раз здесь, это 0,5, это 0,8 сантиметра получается. Можно побольше сделать, под трубу уже расширять. Вот что будет, если работать без пылесоса и без приспособа. Друзья, у нас получился с вами вот такой вот рабочий штроборез. Конечно, повторять я вас не прошу и не нужно, я просто показал свой вариант. Продаются также готовые штроборезы. А УШМ сама по себе, ну, достаточно опасная штука. Всегда нужно соблюдать технику безопасности. Если будете повторять, обязательно соблюдайте технику безопасности.
Ну, кому понравился данный ролик, обязательно по лайку, напишите ваше мнение. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем вам здоровья, добра и всего самого наилучшего. Пока-пока!